Когда человек, что называется, ищет где лучше, да? Ну, если честно, да, получается, что оно так. Просто, допустим, если, допустим, взять, то есть основную тему, это миграция в Россию, потому что у нас большинство уезжает именно туда, это где-то примерно 85%. Кто у нас уезжает, это уезжает в Россию. По сравнению с 90-ми годами тогда, как это выглядело? Вот. Ну, тогда были немцы еще, они уезжали в ФРГ, да. Поэтому тогда было чуть-чуть меньше это. А сейчас уже где-то вот 85%. То есть, надо не забывать, что у России есть следующие преимущества по сравнению с Казахстаном. Да? То есть, первое, у них многодетная считается семья с тремя детьми. Ей предлагается уже льготы. У нас, чтобы многодетная, это надо 5 детей. Много вы знаете, у которых 5 детей? Не очень много. А у кого 3, знаете, да? То есть, или у них льготы. Плюс у них гораздо дешевле обучение. То есть, тот пакет, который вот, допустим, сколько у нас стоят бассейны, там, кружки, там, и так далее. Плюс это еще доступность выше. То есть, это вот первое. Плюс, конечно, у них еще высшее образование дешевле. Где-то раза в 2-3. Вот так. То есть, у нас же оно повышается с каждым годом. Оно не... То есть, оно выигрывается, то есть, по детям, по маленьким детям. То есть, доступность школ, детсадов, их дешевость. И доступность высшего образования. То есть, оно это... И третье, конечно, это, конечно, пенсия. То есть, они выходят раньше, с 60 лет. И пенсия у них выше. То есть, соответственно, едет три категории. Молодежь, которая там поступает и остается. Едут предпенсионного возраста люди, которые хотят получить там пенсию. И едут люди там, с тремя детьми, там, допустим, которые становятся легче. Вот. То есть, вот в этом случае мы как бы проигрываем вот, по условиям для человеческого капитала.